Дорогие друзья, всем привет! Я просто ролик записал про самого худшего персонажа в игре Brawl Stars, и я подорвал просто большой спор. Люди меня гнобили. Да как ты посмел назвать Дэрила худшим? Ты просто не умеешь на нем играть, он очень крутой. Я, ребятки, высказывал свое субъективное мнение, хотя я не понимаю такого аргумента, ты не умеешь на нем играть. Я вроде бы в предыдущем ролике ни разу не проиграл, то есть как бы нормально отыграл на нем, топ-1, топ-2 брал, но от этого он мне нравится не стал. И, понимаете, на вкус и цвет все фломастеры разные. К примеру, мне нравится зеленый, тебе нравится синий, но от этого синий или зеленый не становится говном, и значит, что в моем мире Дэрил говно, в твоем мире, допустим, Дэрил имба. И это нормально. А вообще, я согласен вот с этим комментатором. Вот, смотрите, вот этот комментатор самый четкий, вот просто нормально, по факту все сказал. Нет плохих персонажей, есть плохой игрок. С этого и надо было начинать. Короче, здесь я рассказываю свое субъективное мнение, и вы, конечно, можете с ним не соглашаться, и мне понравилось с вами дискутировать на эту тему. И вы выделили три самых худших персонажа, по мнению комментаторов. Это Мортис, Джин и Карл. Хотя я не согласен, что Джин худший, худший персонаж. Он, скорее всего, просто не предназначен для соло-поединков. Ну, а с остальным, в принципе, ну, плюс-минус я согласен. У каждого свой худший персонаж. Но сегодня мы поговорим не про худших персонажей. Сегодня я хочу выделить трех лучших персонажей. Вы меня часто спрашиваете, Холдик, а кто, по твоему мнению, лучший бравлер? Самый сильный бравлер? Любимый бравлер? Я всегда затрудняюсь на этот вопрос дать ответ. Потому что, ну, я никогда не задумывался, а какой самый любимый, лучший там для меня бравлер? И сегодня я попытаюсь в этом разобраться. Я выделил три лучших, сильных, лучших, самых топовых бравлера в этой игре. Я всеми тремя сыграю и в конце просто сделаю какой-то вывод, и мы подытожим. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, поехали! Так, ребятки, топ наш открывает персонаж под ником Шелли, или названием, или именем. Под именем Шелли. И сейчас я попробую объяснить, почему я считаю этого бравлера лучшим, одним из лучших персонажей в этой игре. Немножко подзатянулся у нас поиск, но я, в принципе, могу уже начинать. Я думаю, что никто не будет со мной спорить, что у Шелли одна из лучших, да не, самая лучшая ульта у Шелли. Вот, опять же, тут, наверное, мнение, оно не объективное, опять же, субъективное, на вкус и цвет. Я сначала думал, что, вот помню, когда начинал играть, что, бля, у Брока вообще супер ульта, потом открыл кольта, нихера себе, кольт стреляет через стены. Что? Бул через стену чаржится, уничтожает все стены на своем пути. Что творит Фрэнк? Вот так точно я про каждого персонажа думал. Но, все-таки, поиграв уже в эту игру столь длительное время, блин, я убеждаюсь в том, что у Шелли имба самая, блин, какая-то нереальная. Во-первых, да, не, ну ты, блядь, вот это зря. Вот это рили зря. Вот это рили зря. Все, ей хана, я отвечаю. Ей хана, отвечаю. Блядь. Минус 6. Ну смотрите, смотрите, сейчас будет, кстати, повод вернуть кубки. Все. По поводу ульты Шелли. Давайте возвращаемся к ульте Шелли. Ульта у Шелли. Чем она примечательна? Тем, что если ты будешь наносить ульту на самой ближней дистанции от соперника, ты сможешь эту ульту перезаряжать просто мгновенно, считай. Кто смотрел мой предыдущий ролик, где я скатал с ДДНЛ, примат плюс Джин. Кто видел, когда Шелли в меня 4 ульты запустила? Ну это же конкретное читерство. У Шелли ульта, она наносит бешеный урон. Реально. И это придает имбовости. Плюс, этот ближник имеет реально очень крутую дистанцию стрельбы. То есть смотрите, какое расстояние, да? Вот вы мне про Дэрила, да, в прошлом ролике говорили, мол, да ты не шаришь, если ты говоришь, что он хуже быка, хотя я не согласен. Типа, бык на дальняк не вывезет, допустим, там, Пайпер, а вот Дэрил может. Я, в принципе, согласен, да. У Дэрила, на самом деле, я немножечко неправильно высказался. У Дэрила нормальная ульта и пассивка, просто я хотел сказать, что мне не понравился урон его. Вот. Немножко неправильно выразился. Вот, так вот, у Шелли, как для ближника, самое дальнее расстояние стрельбы. Вы посмотрите просто, как далеко она стреляет. Это, конечно же, плюс. У нее отличный урон вблизи. Да, она проигрывает быку, но если у нее есть ульта, а это козырь ее, это ее козырь, то она просто, ее не сломать, она нереальная.
Вот, это, собственно, в принципе, и все преимущества Шелли над другими бравлерами. Я считаю, что это очень крутая ульта у Шелли, и я думаю, со мной, ну, многие спорить не будут. Ну, а теперь давайте доиграем каточку и перейдем ко второму персонажу. Так, ульту я еще... А, не, ульта у меня уже есть, что я туплю. Так, давайте подойдем, заберем... Ой, блядушки. Ладно. Сука, а? Что делать? Вот что делать? Собираем. Замочили, гады, замочили, гады. Четвертое место я занял, да? Четвертое место я занял, это плюс 2 кубка. Ладно, Шелли вернем чуть-чуть попозже. Переходим ко второму персонажу, которого считаю топ персонажем в этой игре. Это, ребятки, далеко не будем ходить, это Леон. Я думаю, что со мной многие согласятся, если не все, что Леон считается одним из самых сильных, быстрых персонажей в игре. Урон у него, да он сказочный. Он сказочный и на любом уровне. Я первым уровнем Леона поднял 500 кубков. Скорость у него, если его прокачать полностью, что он творит в инвизе? Да он перемещается со скоростью света. А если еще играть в режиме, где коктейли, и поднять коктейли, я когда-то снимал такой видос. Это пушечный персонаж, и, блин, ну, он анскильный, реально, он анскильный, и с ним, ну, на нем может сыграть абсолютно каждый. Немножечко затяжной у нас подбор соперников, поэтому, блин, сидим, ждем, пока подберутся инвалиды, которые сейчас будут тимиться, потому что они сейчас реально будут тимиться, это артхаус на 500 кубков. Поехали, сыграем на Леоне. Ну, на Леоне, я думаю, что будет поярче, чем на Шелли, вот. Да ну нет, блядь, ебучий ты кондон ты, а? Контрацептив ты бракованный. Кстати, привет. Два кубка надо вернуть. Леон Леона выиграл, это нормально, это нормально. Блин, мне кажется, подбор поединка был намного дольше, чем сам поединок. Я не разграничиваю сейчас топ, да, допустим, топ-1, топ-2, топ-3персонажей. Нет, они в хаотичном порядке совершенно идут. Это просто я выделяю трех, на мое субъективное мнение, трех лучших для меня бравлеров в этой игре. И просто Леон второй, но это не значит, что он на втором месте. Кто, кого я лучше, вот самого лучшего выберу, это, ну, в конце вот я скажу свое мнение, вердикт вынесу. Ну что ж. Надо отыграть, надо вернуть 2 кубка. Мне еще, кстати, на Шелли надо вернуть 3. Но я верну, это не беда. О, кстати, привет! Привет, Дэрил. Дэрил, ну, Дэрил, уходи. Уходи. Дэрил, уходи, я тебя умоляю. Это не твоя война, это не твоя игра. Это не твоя игра, Дэрил. Ладно, мы с ним затимились. Буду. Оба, улетаем. Кто у нас тут? Приматы. Ну, приматы любят, короче, в очко долбить. О, тимиться. Они любят тимиться. Они сейчас могут затимиться. Вот, и друг об друга тереться, набивать ульту там, короче. Ну, вы посмотрите на них. Ну, они же реально как с Бразерс. Вот, смотрите на них. Вы видели, что они делают? Это не только что в десна долбились, да. Смотрите, как они. Ух, какие они. Надо не давать им этого делать. Не давать им надо спариваться, потому что очень опасно, если они замутят ульту, то это будет опасно для нас. Не подпускаем их к себе, очень опасные, короче, приматики. Ну все, надо добивать. Бля, бул с ультой. Так, давайте посидим, покумекаем. Так, тихо, не подходи, лучше уйди нах, лучше уйди по-братски. Боюсь, волнуюсь. Слушайте, это 500 кубков, да? А я что-то думал, тут будут метатели на 500 кубков. Но, как оказалось, ближники. Ладно, ну танки. Оуф. Ну что, будем встречать сейчас примата? Сейчас будем встречать примата. Иди вон. Оп. Убегаем. Дэрил, не вздумай закрысить меня. Ты чё, чепуха? Мы ж с тобой были вместе, а? Мы ж с тобой вместе были!
4 кубка. Не, я должен вернуть 4 кубка. Слушайте, знаете, выделяю лучших бравлеров, а играю хуже, чем на Дэриле. Но это 500 кубков. Это 500 кубков, мне тяжело без подготовочки вот так вот спокойно рассказывать, играть, да. Ну, тут еще такой, знаете, момент везения еще есть. То есть, вы видели, Дэрил, бык и примат на меня шел. То есть, я просто в замкнутом кольце был. И оно сжималось, сжималось, потом хлоп, и меня нет. Поэтому так получилось. Как же меня бесит, какой же нудный подбор соперников. Как же это убого, просто, как же это убого. Нету 10 инвалидов, которые могут на 500 кубков сейчас поиграть нормально. Нет, собираются вот сейчас тиммеры, которые очкуют, которые сидят на свои кубки, наяривают и боятся идти в бой. Вот поэтому такой долгий соперник, ой, подбор. Ну да ладно. Возвращаем 4 кубка на Леоне, а после этого я покажу третьего на свое мнение лучшего бравлера в этой игре. Сильного, скорее всего, не лучшего. И анскильного. Я так и знал, что там шлюшка сидит. Так и знал. Ты чё? Хочу чихнуть, не получается. Так. Короче, пойду боксы фармить. Чё мне за шелли гоняться? Сейчас нафармлю до хера боксов по бырику. Чикс. Чикс. Так, 6 банок. Ну, 7 банок у Леона. Ёпушки-воробушки. Надо убегать куда подальше. Так. Я, по-моему, убежал от одной проблемы к другой. Так. Бля, нифига попал кольт. Там же Леон где-то бегает, да? Там у него уже банок 10, наверное. Он же по-любому кого-то убил. Мне тоже надо нафармить. Ой, ой, убегаем. Да фак, пятым сдох. Ебучий ты случай, а? Плюс один кубок. Ладно, давайте мы вернемся к Леону после того, когда я покажу вам третьего лучшего бравлера на мое субъективное мнение. И это, друзья, как вы думаете, кто? Как вы думаете? И это не Ворон, и это не Спайк. Друзья, это Пэм. Это Пэм. Не знаю, удивил или не удивил, но это жиробасина меня за последнее время, реально, извините за мат, быстро одели наушники и убавили звук. Заебала! Реально, реально, заебала она меня за последнее время. Просто почему так много на этой сучке жирно играют? Особенно, когда растянутые карты. Это просто, это понимаете, когда ты против одной жирухи это играешь, если она еще аптеку эту поставит, ее вообще хер убьешь, она хилится и хилится. Ну когда стадо, это конченое стадо, там 10 конгломерат пэмов там, да, против тебя одного, ну это просто меня выбесило. Просто я думаю, что это анскильный персонаж, и я не один ролик на ютубе видел, где люди на лоу уровне апали пэм вообще без всяких там проблем. 800, 900, да, кубков я видел. Вообще без проблем. И это не топ игроки. Это реально там вот только на ПМ. На остальных он не может поднять даже там 600. То есть я считаю, что ПМ это анскильный, сильный персонаж. И, кстати, у меня есть право один раз проиграть. Даже девятым. У меня на ней много кубков. 507 аж. Блядь, сука! Блядь, сука! Ненавижу ебучее это начало, вот это на этой карте, я, блядь, я какой же я даун. Ровно 500, можно на этом заканчивать. Не, ну я же должен отыграть хотя бы один бой нормально. Блядь, всегда, вот, по-моему, я сегодня на всех трех персонажах, первый бой у меня самый фуфлыжный, блядь. Я на этих боксах прогораю, только подойду ломать бокс, и, блядь, вылетит какой-то уебок, который сильнее тебя и тебя вынесет. Эх, ух уж этот скромный мой топ. В общем, это все топ-3 бравлера, на мое мнение. Но это не значит, что остальные бравлеры говно, да? То есть я не говорю, нет, просто для меня эти бравлеры пользуются каким-то авторитетом, приоритетом и какой-то вот актуальностью, популярностью. Мне так показалось. Но я, опять же, хочу и ваше мнение узнать, услышать. Блядь, да иди же ты в пизду! Каждый бой одно и то же. Иди в пизду. Нет, нет. Да, блядь, отъебись, сука. Дайте аптеку поставить. Блядь. Сорян.
Сорян, это меня уже сейчас крышу рвет, это уже, блядь, сейчас просто безумие какое-то, блядь. Минус 14 кубков на лучшем персонаже в этой игре. Сука, мне стрёмно выпускать ролик про лучших бравлеров и с худшими катками. Карта на самом деле не для ПМ. Лаги были, интернет завис, Brawl Stars не готов еще к релизу, графика говно, сервера перегружены, все что угодно, блядь. Ну, не по моей вине было поражение, да, или он имба, по-любому. Только из-за этого я проиграл, блядь. Я не знаю, как мне сейчас топ-1 взять, это просто нереально. Опять! Да пошел ты нахуй! Почему мне с Леоном попадаться вначале приходится? Почему я не делаю выводы? Вот начало поединка на всех бравлерах у меня одно и то же. Это поражение за счет того, что я в PvP проигрываю всяким бомжам, которые с куста выбегают. И я... Вначале не бегу в центр, а бегу на бокс. И все равно проигрываю. Почему? Без понятия. Не могу понять, почему я это делаю. Так, надо ульту фармить. Бля, надо убегать от робота. Давай, Шелли, мы с тобой разойдемся. А может мне затимиться с кем-то, чтобы... Блядь, ну ты что, шутки шутишь? Я же жирная ПМ, я же лучше тебя. Мне так сказали. Так. Не, тут поставлю хилку. Уф, не хило. Шелли, мы с тобой вместе, нет? Давай определимся сразу. Так. Приматика я бы вот это подколбасил бы немножечко. Бля, не, ну его на рели надо вынести. Он реально заколебал всех уже. О, Леончик, красавчик. Леончик, помидорчик. Хорошо, давай. Затимимся. Леон как-то хочет меня убить, да? Я тоже хочу примата бить и набивать ульту. Шелли, можно? Можно я подойду к примату? Спасибо, Шелли. От души. Ой, какой там замесик. Обожаю такие замесики. Так, поставим тут хилку. Так, хорошо. Мне срочно надо, пацаны, срочно надо топ-2 хотя бы. Но если топ-1 возьму, это вообще будет прекрасно. Бля, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило одного кубка. Короче, всех понемногу посливал. В общем, друзья. Блять, реально, всех понемногу. Но я верну, я их верну обязательно. На мое мнение, это 3 лучших бравлера. Но вывод из этих трех, наверное, самый, ну, это Леон. Это Леон, сука, но это легендарка. Это очень банально, примитивно, но это факт. Леон, я думаю, будет попизже этих троих. Это мой субъективный топ. Я буду рад увидеть ваш, посмотреть ваши какие-то аргументации. Напишите, почему этот бравлер лучше, хуже. Какой у вас самый любимый, самый лучший? Мне будет приятно, интересно. Интересно, неприятно, интересно будет почитать, любопытно. Узнать, какой у вас любимый и лучший бравлер. Ну, а на мое мнение, Шелли, Леон и Пэм — это 3 таких сильных, может, в каком-то роде анскильных топовых бравлера. Пишите, если согласны или не согласны, в комментариях, почитаю. Спасибо всем за просмотр, лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч. Пока.